Всем, я Антон Кротов, путешественник, писатель, мне 41 год, автор 47 разных книг о путешествиях, путеводители разных. Путешествую с 91 года по России, СНГ, Евразии, Африке. Уже, наверное, 12 раз у вас в Кыргызстане. Бывал много раз у вас, жил у вас. И в городе Ош у вас жил в 2007 году, 2,5 месяца. Теперь приехал пожить у вас на все лето в Кыргызстан с мая по 20 сентября. Буду здесь жить. И сегодня, вот благодаря Азату, здесь мы встретились в кафе 312, устроили лекцию, посвященную путешествиям. Я рассказал несколько вещей о том, как начать путешествовать. Люди что-то поспрашивали. Ну, я думаю, что еще будут какие-то мероприятия, встречи, посвященные каким-то еще странам на разных площадках в городе. Люди меня будут приглашать, а я буду приходить что-то еще рассказывать о том, как посмотреть мир своими глазами, не пользуясь турфирмами, не пользуясь какими-нибудь агентствами. Каждый человек может сам посмотреть мир и потратить на это очень мало денег, гораздо меньше, чем на обычную жизнь в Бишкеке. Вот, мне нравится Кыргызстан, это самая приятная страна Средней Азии. В общем, нравится мне Кыргызстан, приятное, дружественное, да еще и тепло, и фрукты, овощи начинаются. Так что я буду здесь появляться, вы будете меня видеть до самого сентября. Ну а на зимовку я уже в другие страны укачусь уже, вот, уже в заокеанские. Вот так.